А, нет, это эти, Ой, какой маленький, видела? Че не смотришь-то? Вон Мишка. Вон, смотри, тащит эти палки. Мишка стыкует. Верхалы везет. В природе все лето так. Что-нибудь живет постоянно. В лесу. А если ну, мама, пройти. Туда нет. Туда нет, он ты что? Он же хищник. Тебе не кошка. Попустить можно. Было не вот обидно. Ну, такой его вроде миленький, маленький, а это у него уже приличные. Мама его погладит. Хотя у него есть там трава, все. Правила не запрещены. Вообще в природе не запрещены. Пошли, я туда. Так и вот, А белый медведь. Мама в пещере. Ну, пойдем дальше. Да, туда. Взрослого медведя. А к взрослому пойдем большому. Вон мы же ходили, большую смотрели, мама и папа там его. Мы же ходили только что, от большого пришел. Он маленький, видишь? Мама, я там не вижу на классе. Ага. Теперь я понимаю, почему сверху пошла. Все, пошли. Все, отдыхают. Пойдем. Иди вон, Мишка, смотрите. Ренат. Смотри, он маленький. Смотри, какой маленький, малепутичка. Ой, ребенок. Я хочу к нему. Ага. Так я и сам. Это мой будет медведь. Нет? Мой. 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 Кто парень? Кто не спорит, тот лоса не спорит. Ирина. Смотрите, вы видите, ребенок маленький. Вот, смотри. Зоопарк, если я. Ты сейчас садись.